Здравствуйте! Вы на канале «Страна Гирляндия» Арзу Бакрадзе. Сегодня мы распаковываем вот такие вот шарики питомцы. Это оригинальный лол. Давайте скорее открывать их. Тут нам попался вот такой вот питомец. Вот, давайте оденем. Слупай! Все видно вот такую лупу? У кого есть лупа, жмите лайк. Вот, первый питомец. Вот он. Вот он у меня первый. Вот такой вот. Сейчас я вам покажу его. Вот. Вот это Фикин. Фикин его зовут. И вот такая вот бутылочка. Сейчас вставлю. Вот такая, короче. Так, давайте вот это ставить. Вот, давайте и вот этот желтый доставать. И этот был золотой, а это желтый. Интересно, кто тут попадется? Угадайте. Давайте. И тут попался вот такой вот котик. Давайте оденем его. Так, сначала его. Его ошейник. Вот он. Я буду называть как седлом, но вы как ошейник. Так, тут одеваем, так. Вот так. Так, тут также лупа. Вот такая вот бутылочка, короче. Так, мы для него одеваем все, что есть у нас. Так. Упадают эти ботиночки. Страна гирлянды всегда упадет. Блин. Страна Гирляндия развалилась на части. А нам все равно, а нам все равно, злые учители, есть такая примера. Так, у нас котик уже оделся. Лупа еще одна. Я вас вижу. Так, сейчас. Абракадабла. Ну все, мои друзья, пока. На этом у нас заканчивалось мое видео. Всем пока-пока. И не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал «Страна Гирляндия» Арзу Бакрадзе. Пока-пока.